Ребят, всем привет! С вами Гусева Татьяна. И сейчас у нас будет небольшая распаковочка заказика за каталог номер 17. То есть пришел мне дозаказ. Этот заказ у меня на 76,5 баллов. Но каталог номер 17 у нас закончился, и с сегодняшнего дня начался каталог номер 18. Для тех, кто будет делать впервые покупку по этому каталогу, а он праздничный, здесь очень много классных предложений. Посмотрите, каждая страничка практически красненькая, то есть скидки вообще бомбезные. И если вы делаете заказ, первый заказ на сумму от 1500 рублей, то вам в подарок придет с новым заказом одна из двух палеток теней на выбор. То есть вот такая классная. Но здесь очень много, столько вообще классных и новинок, и продукции, и акций. Итак, поехали. Заказик, коробочку я уже раскрыла. Здесь у меня, как положено, пакетик приходит от компании, накладная. Накладной мы видим здесь 76,5 баллов. И сумма этого заказа у меня 12 500 рублей вместе с доставкой. 12 600, если округлить. Итак, давайте посмотрим, что же здесь есть. Я заказала парфюмы. Это Beauty Cafe. Это, кстати, мой любимый пока на сегодняшний день аромат в компании. Это мини-версия. Взяла 4 штучки. Они будут у меня на подарок. Дальше мне пришла серия «Зима». Это очень классная серия. Я взяла еще, пока я тоже готовлюсь, да, к празднику. Я буду поздравлять своих близких, своих родных. И вот эта серия «Зима», она безумно хорошая. Каждый год за ней гоняемся. Поэтому я здесь заказала себе побольше. В общем, я взяла по 5 штук концентрированных кремов для рук. 5 штук концентрированных кремов у нас для лица. И 5 вот таких вот баночек. Здесь он идет и для рук, и для лица, и для тела. Девчонки, он очень классный. Вот этот крем серии «Зима» обязательно берите. Я уверена, что вам понравится. Он вообще бомбезный. Каждый год за ним просто гоняются. И когда заканчивается, потому что это лимитированная серия, всегда потом спрашивают, а когда придет еще? А будет ли еще? Так, еще я взяла себе 5 вот таких вот подарочных мыла Lovely Moments. Там внутри зайчик. Мыло в форме такого вот кролика. У нас же год кролика, то есть вот такие вот зайчатки симпатичные внутри. Приятно, нежно пахнет таким вот, ну, мыльным запахом. Очень аккуратненький такой аромат. Ненавязчивый, никаких вот излишних ароматизаторов. Сзади написано Faberlic. Ну, в общем, вот такое вот симпатичное подарочное мыло с кроликом. Это мое. Я тогда себе его домой заберу. Остальные там у меня останутся на подарочки. Еще 4 штучки. Еще плюс у меня дома одно есть 5. Поэтому я открыла, вам показала. Так, что тут у меня еще? Тут баночки с кремами. Баночки с кремами. Здесь, смотрите, сколько много всего интересного. Очень классно. Обязательно вот этот берите. Еще раз вам рекомендую. Далее я взяла себе зубную нить домой, черную с углем. Кстати, вот это мне больше нравится, чем белая, тоже хорошая она. И тут у меня много прокладок, 10 пачек ночных и 10 пачек ежедневных. Это я взяла себе, кстати, запасом, потому что почему-то не было их на сайте. Нет на сайте дневных. Ну, в общем, может быть, буду на пункте выдачи кому-то дарить за покупки, там еще что-то. В общем, разберемся потом по ходу дела. Так, еще у меня здесь есть, сейчас покажу, вот такие гели для душа. Это новиночки. Значит, здесь лимонный кекс, Lovely Moments, гель для душа, лимонный кекс. Смотрите, какой симпатичный. Причем они вообще по смешной цене, с моей скидкой что-то около 75 рублей вышли. Правда, очень приятный вкусный аромат. В общем, лимонный кекс. Вот такой вот лимонный мармелад. И еще вот такой фруктовый лед, по-моему, называется. Пахнет таким вот фруктами, прям ягодками какими-то пахнет. И еще я взяла себе один вот такой вот карамельное настроение. Пускай будет. Ой. Очень вкусно пахнет. Это вообще классно. Прям такая карамелька какая-то, молочными ирисками какими-то. Классненький. Так, что еще здесь у меня есть? Здесь еще у меня есть 4 помады. Но я открывать, показывать не буду, потому что это не мое. Это у меня заказала женщина.
она за ними придет, их заберет. То есть вот такие вот 4 помадки разные Glam Team. Так, это я отдам. Тут пока поставлю. И что здесь еще есть из моего? Это парфюмы. В общем, я заказала вот такую вот зелененькую Ренату. Кстати, зеленый, когда я работаю с покупателями, зеленую Ренату у меня очень часто спрашивают, особенно девушки, женщины, которые из восточных наших, из азиатских стран. Вот они прямо за Ренатой, за зеленой гоняют. Очень часто повторные покупки на нее и спрашивают. Причем, что это аромат такой дорогой. Красная Рената у меня пробник есть. Причем, что мне они нравятся, но они для меня такие, они слишком серьезные. А вот зеленые говорят, что нежный аромат. Ну, мы сейчас посмотрим. Кстати, артикул у него 3047. И я его приобрела сюда на пункт выдачи. Аромат дорогостоящий этот. Они стойкие. Так, секундочку. Такой серьезный ароматик. Смотрите, какая красивая баночка. Рената Секрет. Такая тяжелая, стеклянная. Прям. Ой, прям такая серьезная. Интересный аромат. Слушайте, это мое. Надо почитать описание на сайте еще раз, конечно, послушать его, чтобы он разветрился. Ну, такой. Есть в нем такие пудровые оттенки. Зеленый, но при этом с пудром. С пудровыми оттенками я такой люблю. В общем, это мне на пункт выдачи я поставлю. Как тестер. Так, и заказала 2 мужских. Вот про эти мужские. Они вообще классные. Значит, The Best Brothers One Way и The Best Brothers Game Day. В общем, день игры и один путь. Вот такие вот. Смотрите, здесь у нас нарисовано перчатки боксерские, а это что-то я не... А это вот гольф, когда играют, перчатка с шариком. В общем, синенькие и красненькие. Вот такие интересный парфюм, он идет как подарок. В общем, я их тоже взяла для пункта выдачи, для того, чтобы они здесь у меня были тестерами. Этот у нас красненький One Way и Game Day с синенькой полосочкой. Они большие, они идут по 100 мл, и это парфюмерная вода. То есть это не туалетка, это парфюмерная вода. Классно, девчонки, брать их сейчас на подарки. Причем я смотрела отзывы мужские именно об этих парфюмерных водичках. И тоже отзывы очень хорошие. То есть мужчины оценили их по достоинству. Я, кстати, раньше часто говорила в своих видео, что я на мой вкус к мужской, кстати, парфюмерии сложнее, более скептически отношусь, чем к женской. Мне всегда кажется, что мужской парфюм и как-то много однотипных, и нет, как сказать, нет какой-то такого вот прямо индивидуального. То есть не то, что нет, а вот редко попадаются. А вот про эти рассказывают, что они прям, ну, вообще хорошие. Мужчины оценили. Сейчас попробуем, посмотрим. В общем, такая вот коробочка. Здесь она вот так у нас открывается. И внутри будет вот такой флакончик. Смотрите, как здорово. Ой, вообще. Так он вогнутый сзади. На подарок, мне кажется, вообще шикарно. Смотрите, какой классный. Сейчас мы посмотрим, как он у нас пахнет. Так, я сейчас пшикну как-нибудь. Просто у меня уже руки пахнут и женскими, теперь еще мужские будут. Какой интересный аромат, правда. Девчонки, классный. 100% вам говорю. Нетипичный запах, но вкусный. Так, вот этот плюс. Все, плюсик его отправляю. Классный. И сейчас мы посмотрим второй. Ой, теперь я буду пахнуть мужским парфюмом. Но это такой он более, как сказать, не сладкий даже. Он вроде какой-то горьковатый, такой терпкий. Но в тот же момент и теплый запах. Интересные они такие. Но они, мне кажется, больше... как развеяться еще, конечно, но они больше для взрослого мужчины, вот эти красненькие. Сейчас посмотрим, какие будут у нас синенькие, какими они окажутся. Так, открываем упаковочку. Тоже такая красивая подарочная коробочка. Смотрим, как они звучат. Ну, тоже такая приятная
приятный флакончик, тоже такой же вогнутый, удобно держать в руках. Вообще на подарок, мне кажется, вообще супер, очень классно. И сейчас мы послушаем аромат. Аромат. Кстати, тоже нестандартные. Вот эти мне, для меня вот эти интереснее. Тоже какой-то горьковатый такой запах. Вот этот подойдет на разный возраст. Можно и мальчишкам тоже. Но такой серьезный тоже аромат. Не дешевый. В общем, вкусненькие они. И первый, и второй. Можете заказывать. Но красненький больше для мужчин таких уже постарше. Хотя тоже интересно пахнет. Слушайте, это нужно, наверное, чтобы они с ними походить. Или, а еще лучше на мужчине на своем послушать, как это будет звучать. Потому что аромат тоже же раскрывается. Тем более, что это парфюмерная вода. Это не туалетка, а парфюмерная водичка. Прям мне самой так интересно стало, как она. Тоже интересный, кстати, все равно. В общем, они оба нестандартные такие, не как обычные туалетные парфюмерные воды. Все-таки они какое-то такое особое звучание имеют. В общем, девчонки, заказывайте, пробуйте. Сейчас в каталоге очень много разных акций, распродаж и скидочек. Так что вот такими вот интересными парфюмчиками можете порадовать своих мужчин. Ну вот, в принципе, все я вам показала. Все остальное из моих сокровища. Это все мне. Делайте покупочки, заказывайте. Ссылочку на регистрацию я оставляю внизу под этим видео.